но ничего страшного. Простите. Ой. Я улетел. А почему ты мне его не дал? Это? А кто я такой? Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Копуса Лопуса. Так, что сейчас будет? Ну, такой вот космический кораблик. Купус Лупус, Энтнер и твой друг. Да. Тут есть цвета как для неона, так и для обычных блоков. Что-то круглое, таблички и сам самолет. Это, наверное, звездолет, да? Ну, да. Такой. Тут дверь, наверное, тоже закрывается. Сейчас смотрю. На сервоприводе. С двух сторон кнопка. Так, ладно, я сажусь тогда. Можем летать. А как? Ой. Там что-то произошло. А мы взлетели. А с помощью чего он летает? Что я не понял. А показать механизм? Я вроде не понимаю, откуда такая сила берется. Типа на магнитах, что ли? Нет, это даже не магнит. Красный ускоритель? Нет, это поршни. Поршни? Да. Как это? Прозрачность ну, вот 0%. Хорошо. Только там... Ой. Я улетел. Я там тоже. Там управление очень сложное. Не сложное. Так, сейчас все сделаю тут. Все готово к полету? Да. Я готов летать. Так. X, вот он... Z, если что, это вот эти вот поршни выпускают. Ну, не которые типа для полета, а так просто. Так, а куда надо? А, понял. Давай, садись. V это выпускает тот самый механизм. Фу, я не умею на нем летать. Вперед это если что взлетать, назад это просто так типа вниз просто идет, можно так сказать. Но и... если что, на всякий случай нажимай на турбину, ну на F. Так, ну получается я что-то научился летать на этом, и это работает без магнитов, без красных ускорителей и даже без ракет. А все на секретном механизме. Ой, куда это я летел? Я попробую билд-бот на этом пройти. Ой, только... Ну, все-таки я не научился. Слабый как. Так. Не, не слабый, но то, что его идея именно крутая. Только немного не умею, я не понимаю. Мне только назад получается летать, а вот и вперед научился. Что-то не очень у меня получается на нем летать. Сейчас попробую тогда этот. Ну, у меня впервые тоже не получалось, поэтому это все окей. Это нормально. Так, вы надо нажать? Что? У меня только назад летает, он как лягушка. Назад. Эх, ну ладно, буду на ракете лететь. Сейчас тоже. Попробуй опять. Не, у меня что-то не получается вообще. Давай сменим управление, ну, водителя. Сейчас, там, где я припаркуюсь. Ой, ракета сломалась. Давай, управление сменяем. Сейчас твоя будет очередь. Давай, садись. Я тут на стульчик. Все, я готов. Давай, залетели. Так, гипердрайв сломался или что? Нет. Нет, да. Ракета сломалась. А, он тоже сломался? Да, он сломался. Он теперь не такой уж. Ну да, там, наверное, он стукнулся об камень. И все сломалось. Так, я тут, ты куда? Спасай. Ладно, тогда давай на базу вернемся. Сломаюсь об камень. Все, пошли на базу. Так, а ты там уже, да? Ну, я ресетнулся. Мне тоже. Можем тогда смотреть, наверное, следующую постройку. Так. Ну, думаю, это будет вот это. Это что? Ой, ну подальше. Это костюмы. Да. Тут целый ряд испытаний нужно пройти, чтобы только один костюм одеть. Да. Что, реально так? Да. Блин. Ладно, я одену вон тот добрый. А нет, я одену этого. Так, что мне надо делать, чтобы водить? Садишься, ставишь тортик на энкор, потом клей. Все, понял. Что, ничего не понял. Так, получается, сейчас я одену этот костюм и потом буду дальше. Так, нажимаю вот так. Ну, очень проблематично его одевать вообще. Ну да, это долго так, согласен. Можешь меня отпустить? А, так я все уже на энтер убрал. Теперь делаем под коллизию и прозрачность этот клей. Так, и дальше идем вот сюда. Тут тоже ставим тортик и масло потом. А нельзя было вот это все вместе как-нибудь поставить? A few moments later. Так, ну одну руку, один наплечник не удалось одеть, но ничего страшного. Вот такой я робот. Как еще меня можно назвать? Есть еще шлем, который может это открываться, можно так сказать. Вот он. А почему ты мне его не дал? Ну, можешь сейчас одеть. Ах. Если хочешь. Как раз таки из-за головы у меня не получилось одеть наплечник. Ну ладно. О, так даже красивее. Так, куда садиться? Ну, вон туда. Об этом надо было сразу говорить. Сейчас под коллизию там поставлю. Что такое? Чтобы тебе было бы удобнее. Ой. Ох, ё. Да не могу я садиться туда.
А ты себе будешь костюм одевать или только я? Ну, я могу. Ой-ой-ой. А что теперь делать? Куда масло? Сверху там масло. Все поставил, готов я. Так, теперь вот так. Сейчас я делаю всю свою работу. А, все, мне больше ничего делать не надо, да? Угу. Так, сейчас я туда тоже доделаю. Все, я готов. Рычаг, тебе этот вот оставить? Да, оставь. На 75%. Стой на месте. На 75% прозрачность у него поставь. Сейчас. Ду-ду-ду-ду. И что теперь мне делать? Нажми на рычаг, и тогда шлем откроется. Сейчас. А, еще, кстати, с первого лица там есть шарик, который крутится. А, вот, там какой-то шарик, он крутится, да? Типа прицел. Можешь мне шлем снять кнопкой? А, вот. Ты открой. Так, крутиться значит нельзя, да? Ну, вот я смотрю уходить. Прицел. Я на тебя нацелен. Огонь. Пуф. Так, вот я без шлема, да? Теперь надо еще раз нажать. Тут что-то пошло не так совсем. Сейчас. Там надо снизу кончик трогать. Ой-ой-ой, у меня лицо постоянно видно теперь, когда я хожу. Чтобы я тортик ставил? Нет. Ну, как-то так получается. И теперь у меня из-за этого шлема настолько сильно лагает. А, ну, тогда я удаляю, хорошо? Ну, ладно. Теперь я вообще без шлема. Ой, да не костюм же. Простите? Я думал, только шлем удалишь. Теперь я буду такой. Ну, можно вообще сейчас все костюмы загрузить. А, ну, давай. Это следующее, да? Да, вот только тут намного жестче. Тут почти что вся карта в костюмах. Ой, блин. А, вот тут полегче, кажется, да? Сейчас так сделаю. Ну, у тебя костюм карта. Я еще думал, у меня костюм есть. Ой, блин. Это мой первый, кстати, костюм железного человека. Это все твои костюмы и все это железные человеки, да? Да. Тут даже есть костюм Тора, костюм Человека-паука и Доктора Стрэнджа. Кого? Ладно. Доктора Стрэнджа. Ладно, это... типа я все понял. Ну еще есть огромный вопросов. Костюм Халкбаст. Так. Большой костюм. А, для большого человечка, да? Да. Ну нет, там и для маленького надо. О, это можно надеть? Да. А как? Садись только вон туда, садись через вот так вот, паркур. Паркур карта. Что теперь делать? Теперь ставь тортик, но не прыгай на стул. Так, поставил тортик, что теперь? И теперь на этот тортик ставь тортик. Что? Поставил. И убирай нижний и прыгай. Прыгаю. Что теперь? Теперь надо поставить клей по этим вот деревяшкам. Деревяшкам, понятно. Готово. Нет, стоп, я забыл. Для головы. Так, тортик надо убирать? Ну нет, так, подожди. А ты энкор убери. Только не двигайся, не прыгай там. Ладно. Так, вот так, задвигаем. Стой. Так, я? Еще вот а кто я такой? Халкбастер. Кто? Я Халкбастер, есть. Ну. Ой, блин. Что-то немного странно. Ну ладно, я не знаю, кто это такой. Ну ладно. Допустим, я все понял, кто это такой. Короче, все хорошо. Ну, типа железный человек, только костюм для Халка. А, понял, что ничего не понял. Опа. Ну вот такой робот получается. Он может ходить. Он может летать и медленно спускаться. Так, летает. Еще он выглядит красиво, но в принципе неплохо. А можешь мне это? Как его снять? Я хочу. Снять? Я вот эпичное разваливаться. А вот это что за штука? А это такая штука, ну, сейчас покажу. Солнце? Ой, блин, развалилось. Ладно. Ну, это, короче, киберщит, можно так сказать. Ну, ладно, так, это что такое? Ну, тут костюмы этих, всех этих человечков. Железный человек. Да. Какая-то молния. Это для Тора. Вот, кстати, еще молот Тора, так сказать, секир. Топорик? Можно одеть? Да, можно. Ставь тортик на стул и... Торта нету, ничего не получишь. И клей вот так вот. Ну, да. Я готов. Все. Теперь у меня будет топор. Так, я одел этот топор. Сейчас так сделаю. Ой. Что такое, на одни стульчики попадаюсь. Вот такой у меня топор. О, можно щит одеть? Сейчас я буду боевым вообще. Ну, можно. А что это за щит такой? Сейчас. Ну, Капитан Америка я хотела сделать. Ладно. Я готов. Теперь у меня есть щит. Топор. Палочку убери. Все убрал. Я буду настоящим этим. Так, получается, у меня есть щит. У меня есть топор. Ну, да, будет видно. Фу. О, что, вроде бы похоже. Ой.
Но лучше вот этот вот взять. О, теперь у меня настоящий этот топор, только меч слишком высокий тут. Я реально как будто победил. У меня топор немного странно выглядит. Можешь включить этот PvP-режим? Сейчас будет такая битва. Битва этих людей. Давай, смотри. Хова. Вот у меня топор. Я могу так тебя бить. Может, этот... у меня есть идея, как мы можем вдвоем драться. Сейчас. Ну. Моя идея заключается в том, что я ухожу отсюда. А, ну, понятно. Короче, мы будем сейчас с тобой драться. У тебя есть другое оружие, кроме топора? Ну... Ну давай. Сейчас. Сейчас, подожди, не загружай ничего другого. Я не буду сейчас ничего загружать. Я понял, что ты хочешь сделать. Мы сейчас, короче, дюпнем. О, ты меня понял, как у меня... это. Как у меня есть еще аппарат Человека-паука. Какой аппарат? Ну, с которым можно на паутине летать. На паутине? А он там стоит? Да. Да. Сейчас заново загрузишь. Сразу. Ой. Я готов буду через... Давай, загружай. Так, загрузить, вот, загружаем. Загрузил? Сейчас, загружаюсь. Теперь я бегу обратно к тебе. Загрузи... Ну же, давай. Вот, все, загрузилось. Я уже бегу к тебе. Одевай пока топор и бери тут меч. Сейчас будет битва, супер битва. Я пока сейчас на Сондера страх наведу. О, ой. Ты фиксацию включил? Что со мной происходит? Да, фиксацию отключил и врубил. Блин, ты знаешь, что со мной произошло? Я нападал на Сондера, и, короче, я остановился на месте, потом я подлетел куда-то и раскрутился. Ты там? Уже есть. Жди, идет твой этот враг. Ой, у меня конфетка кончилась. Эпичная битва сейчас будет. Ой, ты врезался. Эпичная битва, подожди, дай я по морю пройду. Сейчас, эпично надо. Давай драться. А, нет, у меня хп нет, у меня вода покусала. Ладно, будет неравный бой, но я все равно тебя выиграю. Шансом маленьким. Мы оба умерли. Ну, у меня хп было меньше. Ладно, а где там это, чтобы на паутине летать? Я хочу полетать. Ну, сейчас идем. Я летал, но на паутине я еще не летал. Это что такое? Палки какие-то. Тоже костюмы. Ну, это... Да, костюм. Тут только костюмы. Их очень тут много. Ну, как много? Тут их просто очень сложно и мучительно одевать. Да. Вот это вот такое вот... ну, а да, вот это? С одной паутинкой, а тут 4 паутинки можно. Я хочу 4 паутинки. Много, значит, круто. Куда нажимать? Куда торт ставить? Надо торт... ну, в принципе, так можно. И еще, да, да, вот так. Трехэтажный торт. Честь вам. Сейчас все сделаю. Сейчас невидимым и под коллизию. Ты можешь всю карту невидимым сделать. Все, я готов. Теперь нажимай на вот этот вот рычаг сзади. И теперь ты будешь бесконечно стрелять. Только главное не умереть. Ну и стреляй куда хочешь паутиной. Пиу. Пиу, хоп, 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 хоп. Я на паутине, которой летал Человек-паук. Хопа, она сама подтягивается. Я сейчас тоже одену. А как ты ее одень? А, да, там же две вариации. Сейчас я переплыву океан на этой паутине. О, нет! Я лечу! Мне больно! О, я на паутине! Как этот Человек-паук, да? А, вон ты где. Сейчас. Я у дерева, короче, прилип вот тут. Ты меня видишь? Да, вижу. Ты даже не одел свой костюм, да? Ну, нет. А, у меня завис вроде. Я не знаю, что со мной произошло, но я не могу ничего делать. Идем, да. Идем сюда. А можешь меня своей паутиной шмакнуть? Ну, или как это слово? Вот так я не видел, что кто-то делал. Можешь меня паутиной? Давай. Давай. На паутине надо летать. Ну, можно и перемещать кого-то. Стой, идем сюда, я сейчас к тебе прилипну. Простите. Куда ты? Куда? Стой, я хочу на тебя стульчик поставить. Остановись. Хорошо. Стоять на месте, не двигаться. Даже пальцем не тру. Так, сейчас. На рычаг лучше. Я буду сидеть на рычаге, вот так. А, это баг. Ладно, теперь будет так. А, во, начал. Так, получается... Ой, теперь я ровно стою. Так, ты, получается, вот так стреляешь, и мы куда-то улетаем, да? Тогда давай следующую постройку смотреть. Но это будет, наверное, последняя постройка, потому что у меня их очень много. Почему последняя? Ну,
У меня через пару минут дела будут. А, ладно. Но потом, когда сможешь да показать, покажешь? Да, покажу. Пока всем!